Никакой холеры в Украине нет, уверяет глава Минздрава. А если появится, то, по словам Ульяны Супрун, медики будут готовы. Об этом она заявила перед сегодняшним заседанием правительства. На нем, кстати, о проблемах здравоохранения не говорили, зато отчитались о ремонте дорог, о реформе дошкольного образования. Ирина Романова расскажет подробнее. Заседание правительства пришлось перенести со среды на пятницу из-за рабочей поездки в регионы, объясняет премьер. И сразу же делится впечатлениями от встреч с местными властями, бизнесом и жителями Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областей. Люди ставят питання про те, що вони чекають жовтня місяці, чекають пенсійної реформи як наслідок підвищення пенсії. Під час повернення з Дніпра ми мали довгу розмову спільно з президентом. Позиція президента є однозначною. Все ті, хто будуть заважати розвиватись бізнесу, є ворогами. Меньше палок в колеса бизнесу, больше отчислений в бюджет, уверен премьер. А значит, больше денег и на ремонт дорог. К 2020 году, обещает Владимир Гройсман, большинство из них будет в идеальном порядке. Пока же приглашает руководителя Укравтодора отчитаться о текущей реконструкции. В этом году, докладывая слова Мирновок, отремонтировали уже 600 километров. Благо, денег достаточно, более 9 миллиардов. Но если раньше дорожники гнались за количеством, то теперь больше контролируют качество. Щорічно. На початку березня і в кінці червня два рази в рік будемо здійснювати контроль виконання робіт і виявляти недоліки за минулий рік, як і підрядники змушені будуть ліквідувати в межах гарантії. Главу Укравтодора за трибуны сменяет Лилия Гриневич. Хвастается успехами в реформировании дошкольного образования. За три последних года, говорит, удалось сократить очереди в детсады. В 2014 году у нас в черзі было 95,5 тысяч детей. На порозі цього навчального року маємо трохи більше, ніж 65 тысяч детей у черзі. Ніхто не має права з малку дітей привчати стояти в чергах. Тому, включно з 2020 роком, і це наш пріоритет. Маємо створити всі 100% необхідних місць в дитячі садочки. Треба будувати їх. Обещает премьер также повышение зарплаты учителям, но в перспективе. Пока же министры ограничились снижением тарифного бремени. На четверть сократили норму потребления газа для тех, у кого нет счетчика. Ирина Романова, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер.